Здравствуйте, очередная распаковка сайта Pandao, очередной телефон, вскрываем и смотрим. Lego Power 2, телефон уже такого плана был заказан, пришел абсолютно новый. И в принципе ничего не поменялось. И вот эта хорошая вещь. Можно положить как и в обувь, так в места с повышенной влажностью для устранения запаха. Смотрим сам телефон. Big Bag. Большая батарея. Ну, в принципе, такой, как и предыдущий. Ничего не поменялось. Цена телефона довольно-таки скромная, поэтому можно пользоваться. Включение, по-моему, у него реализовано после снятия аккумулятора. О, включился, да, это чудо какое-то. Так сказать, демократичная цена, хороший телефон. Единственный минус данного телефона, что на двух симках он начинает поднапрягаться. Больше никакого негатива нет. 3G и одна симка. Стилиш фон. Вот, стилиш фон написано. Что означает очень стильный телефончик. Но все работает. Включать большого смысла не вижу. Спасибо за внимание.